мы сели работать. Видно, что мой друг еще мув не знает, не знает, как с ним работать. Работа идет хорошо. О, наконец-то он поставил подпись.
собьешь. Сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль. Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Еще как удалось. Осталось обдумать пару деталей, и можно демонстрировать чертежи клиенту. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Конечно, с радостью. Тарелки лежат в шкафу в гостиной. Дверца вечно заедает. Дерни как следует. Сервиз подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно, меньше всего я хотел бы поссориться с твоей мамой. Друзья, вот действительно поставить тарелку движением сверху налево или направо очень тяжело. У меня тоже так не получалось. Мне сделала жена 2 замечания. Вот такой плохой я муж. Джейсон, вертолет так вертолет.